сначала левой и правой двойку опять поработаем, как сейчас с папой. Давай сначала. Молодец. Два. Один. Не попробуй. Помнишь, мы видео смотрели, как девочка быстро? Попробуй. Раз, два, раз, два, быстро. Вот молодец. Вот так. Молодец. Рука один. Молодец. Очень хорошо. Теперь давай я на тебя ее буду кидать, а ты уворачивайся, да? Только сначала стой и жди, пока она полетит. А потом ныряй. Вот сейчас ныряй. Опс. Теперь в другую сторону. А теперь смотри, вот представь, ты под соперника нырнул, вот бей. Вот молодец. Видишь, правильно? Вот сейчас ты в эту сторону нырнул, ударил этой рукой. Молодец. А ну-ка еще раз попробуй. Вот. Смотри, если, например, соперник вот против тебя стоит, да, значит, смотри на папу. И вот он бьет тебе рукой. Ты под руку ныряешь, ну, под руку, рука пролетела сверху, да, а ты ему снизу челюсть ударил. Вот это как раз такая ситуация. Понимаешь? Вот смотри, тебя бьют, ты ныряешь, бей снизу. Вот молодец. А теперь в эту сторону ты ныряешь в эту и бьешь вот эту. Молодец. Видишь, какой молодец? Все хватает. Да? Ну-ка, давай еще раз. Стукни. Молодец. Теперь другая сторона. Так, да, бей. Молодец. Опять эта сторона. Бей. Вот эта ручка. Молодец. Ну, подожди. Молодец. Теперь иди сюда. Сейчас папа сядет, будешь не снимать. Не снимай сюда, не снимай. Сейчас еще немножечко. Смотри, как я тебя учил. Вот ты стоишь, да? Например, бьешь. Стоишь, да? Бьешь левой и делаешь шажок левой. Да? Попробуй. Вот смотри, что становится на ту сторону. Он мне сегодня показывал. Молодец. Вот так. Ну-ка давай попробуй. Сейчас сначала давай вот встань просто вот так. Сейчас просто попробуй одну левую руку. Чуть-чуть, да, чуть-чуть дальше. Встань, чуть-чуть дальше. Делай шажок и бей левой сюда. Это правая, левая. Левая вот эта. Вот это да, вот это шагаешь, а ты бьешь сюда. Шагаешь. Молодец. Давай еще. Вот сюда ты бьешь. Так, все правильно, молодец. Вот так. Давай еще. Локти, локти всегда держи тело, чтобы тебе не попасть. Только печи не будут бить, а у тебя тут локоть, не попадут, да, сам? Ну-ка давай еще левый. Молодец. А теперь сделаешь двоечку. То же самое левое, как ты сейчас сделал. Ударил, подставил правую ногу и ударил правую. Один, два. Давай левое начинаешь. Один. Теперь вот это сюда. Ногу не отставляй. Вот молодец. Ладно, давай так сделаем. Давай, левый. Молодец. Правый. Молодец. Очень хорошо получается. Молодец. И удар уже жесткий. Хорошо сидит, сынок, удар. Молодец. Только в тряпочке руки болтались. Сейчас уже у него хорошо. Молодец. Еще два, давай, два раза сделай и хватит. И. Давай. Два. Молодец. Данечка, а мне? Молодец.